«Здесь рождается дружба» – такой девиз выбрали организаторы для нынешнего уже 6-го фестиваля авторской песни «Лето – это маленькая жизнь». Заместитель главы города Ирина Романец, выступая на пресс-конференции, отметила, Сочи уже давно называют фестивальной гаванью страны. Здесь проходят десятки форумов, съездов, фестивалей – научных, спортивных и культурных. Но фестиваль Олега Митяева – это особая страница в программе городских мероприятий. Курортный город и авторская песня – и тот коллектив, с которым Олег Григорьевич делает этот замечательный фестиваль, те песни, на которых мы выросли и теперь растут многие наши соотечественники, это как раз та вот пластика души, которая сегодня очень нужна, в том числе и жителям, и гостям нашего города. В рамках фестиваля «Лето – это маленькая жизнь» пройдет песенный марафон «Миру мир» с участием клубов самодеятельной песни «Сочи и Юга России» и победителей одноименного интернет-конкурса. Также на сцену фестиваля выйдут Галина и Алексей Хомчик, Лариса Брохман и детский ансамбль «Мировые песни» из Челябинска. А руководитель фестиваля Олег Митяев выступит с новой концертной программой «Просыпаясь, улыбаться». Народный артист России не без сожаления отметил, исполнителей и поклонников авторской и бардовской песни становится все меньше, тем ценнее такие, как сочинские фестивали. Сочи – это как зеркало людей, которые приезжают со всей страны. И, конечно же, хотелось бы, чтобы уровень стремления публики попасть на такие мероприятия был выше. Но пока у нас есть возможность в «Спутнике» завтра получить удовольствие от выступления молодых артистов, послушать новые песни. Фестиваль «Лето – это маленькая жизнь» пройдет в субботу, 29 августа, на традиционной площадке на открытой сцене на пляже комплекса «Спутник». Начало в 18:30, вход свободный. В завершении пресс-конференции Олег Митяев вручил благодарственное письмо и медаль городской администрации за особое внимание и любовь к фестивалю. Галина Захарова, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.